Assalamu alaikum, всем доброго мира, приехал к нам очередной смартфон из Китая, сайта AliExpress. Смартфон дешевый, интересный. Почему на фоне внедорожника? Потому что сам смартфон среди смартфонов внедорожник. Откроем. Кстати, смартфон стоил 7165 рублей. Шла посылка очень долго, 64 дня примерно. В чем плюс этого смартфона, что есть там водонепроницаемость IP68 и NFC. Давай. Итак, внутри посылки был вот такой поролончик. А внутри поролона вот такой смартфон. Так что упакован был очень хорошо. Там таких мятин даже, можно сказать, и нету. Здесь немножко вот такие маленькие мятины и все. Так, коробка хорошая, можно даже купить как подарок кому-то. Смартфон называется Armor X, фирма Olefone, то есть Olefone, модель Armor X 5. Как видите, написано IP69K, IP68 Prof, то есть там водонепроницаемость, влагозащита вроде бы, да, и еще пылезащита, если не ошибаюсь. Фирма Olefone. Вот, внизу вот такие характеристики, как видите, экран 18:9, там, как я говорил, защита. Экран 5.5 дисплей, 720x3440. Процессор MTK6763. Память 3.32. Фронтальная камера 5 мегапикселей. Основная камера 13,2 мегапикселей, есть Face ID, если не ошибаюсь, батарея 5000 и Android 9 Pie. Так, откроем. Так, открыли коробку, внутри смартфон, комплектация, посмотрим. Здесь скрепка есть, внизу. Так, зарядка. Вроде бы micro USB, USB блок, вот такой блок у нас 5 вольт, 2 ампера, что неплохо. Вот такая типа инструкции. Так, есть даже русский язык. Вот такая бумажка. Так, гарантия вроде бы, да? Вот такая карточка. И в комплекте нам дали защитное стекло вроде бы. Вот такое защитное стекло. Что очень хорошо. Наш смартфон. Вот такой смартфон. Так, как видите, все характеристики вот здесь, как на коробке, то есть сверху пленка, да, убираем верхнюю пленку, ностальгия, можно сказать, внизу вроде бы еще есть пленка, так что хорошо, даже стекло клеить не надо. Вот такой смартфон, жаль, что нет чехла, я думал, чехол там будет, чехла нету. Но сам телефон все равно защищен, но лучше было бы, если был бы еще поверх чехол, чтобы полностью защитить этот смартфон. Как видите, я выбрал такой цвет, оранжевый и черный, да? Там были разные цвета, красный вроде был, контур сбоку, еще другие цвета. Я не помню, сколько было цветов, как видите. А здесь, вот, как видите, под карту, да? Есть. Да, вот такой интересный лоток у него. Так, вот такая кнопка Shock Prof. Не знаю, что за кнопка. Еще одна кнопка. Это, наверное, кнопка питания. И вот такие кнопки громкость круглые. Видите, Water Prof. То есть вода, влагозащита, наверное. USB внизу. Вот USB. Все здесь, все разъемы закрыты, так как есть водозащита. Как
вид, я сверху даже под наушник есть. Так, спереди вот такой экран. Сзади вот две камеры, вспышка, название Олефон. Так. Так, посмотрим, включим. Смартфон включился. Итак, как видели, смартфон включился сразу. А сейчас я быстро настрою. Итак, мы быстро настроили. Настраивается быстро смартфон. Так. Вот у него главный экран. Как видите, вот такой экран. Вот такие значки все. Вот так выглядят. Так, есть YouTube, есть Play Market, Google. Все здесь есть. Вот настройки, калькулятор, набор инструментов. Здесь вот такой набор инструментов, где есть у нас компас есть, как видите, компас есть. Так, еще что-то, не знаю что. Вот такой нивелир называется. Так, есть фонарик. Фонарик есть. Так, вот такая ситуация есть. Типа, не знаю, уровень или что такое. Вот, типа, уровень, вот такая штука. Измерение высоты здесь написано. Так, лупа есть. Лупа. Сигнал тревоги. Вот здесь мерцание. Тревога. И мерцающий экран. И еще отвес. Вот такой инструмент. Так, сейчас быстро зайдем в настройки. Так, как мы видим, здесь все на русском, то есть английского языка, можно сказать, и нету, кроме слова Bluetooth. Bluetooth всегда писан на английском языке. Так, вот телефон. Видите, Harmony X5 написана модель. Версия Android 9. Все, больше ничего нету. Так, звук посмотрим быстро. Так, вот такой он звук. Динамик, оказывается, здесь был. Я думал, это, типа, чтобы крышку открыть отверстие, чтобы деть пальцем, ногтем. Оказывается, это не это такое отверстие, а это динамик здесь есть. Хотя один динамик, вроде бы, да, но звук громкий и вроде бы нормальный. Вся высокая громкость, самая высокая. Так что звук, можно сказать, очень хороший для такого смартфона дешевого. Так, сейчас я быстро вам покажу яркость. Вот самая высокая и самая низкая. Низкая не такая низкая. И высокая, не такая яркая, но такая средняя, можно сказать, яркость. Как видите, панель, вот, сверху эта панель вот такого типа, необычная, видите, простая. Это похоже на
такой типа почти голый Android похож программа. У меня такого смартфона у телефона никогда не было, поэтому я не знаю, что да как, но вроде бы, хотя и бюджетная такая фирма, но мне эти характеристики понравились, еще плюс водонепроницаемость, вот. Вот такие вещи мне понравились, поэтому я купил. Вроде, наверное, или себе оставлю, или продам, или походу себе оставлю, походу продам, короче, со временем. Не сразу, вот такие вот дела. Так, и сейчас посмотрим камеру. Сразу видно, что камера слабая. Очень слабая камера. Вроде бы освещение хорошее. Так, сейчас. Ну вот, у меня картинка получилась вот такая мутная. Почему-то. Наверное, надо еще как-то настроить. Вот, снимаем на бюджетный смартфон. Телефон Armor X5, да? Того называется. В прямом эфире снимаем. Так, наверное, вы уже увидели, как это телефон снимает сразу. Так, еще фронтальная камера. Фронтальная камера вроде бы неплохая. Так, вот видео. Вот. Фото. Такая нормальная, неплохая, вроде фронтальная камера. Вот такой смартфон. Смартфон такой хороший, необычный. У меня никогда не было вот защищенного смартфона, можно сказать. С такой влагозащитой и так далее и тому подобное. Типа вот такой у меня ударопрочный смартфон не был никогда. Вот сейчас он первый, я купил чисто ради интереса. Может и себе оставить, и может походу продать. Ну как второй, может пусть он как запасной смартфон будет он у меня. Так, у него сканера нету пальца, а есть, там было написано, есть сканер лица, то есть через фронтальную камеру есть. Сейчас быстро я настроим, посмотрим. Итак, я настроил Face ID. То есть сканер лица. Сейчас посмотрим, как он работает. Смотрите. То есть не так уж быстро, но работает, можно сказать, стопроцентно. Работает хорошо. Такой интересный звук у него есть. Еще насчет этих кнопок. У него такие кнопки были, когда я включил смартфон. Есть там разные режимы, можно поставить там кнопки, жесты, я сейчас покажу. Заходим в настройки, панель навигации, как видите здесь, вот жест полного экрана сейчас у нас выбран, а еще виртуальные, вот кнопки, вот внизу можно поставить, то есть два вида кнопок, назад здесь, назад здесь с левой стороны. Еще можно поставить жесты. Как видите, здесь показывают жесты, сюда как, то есть снизу вверх жесты есть. Так что есть много режимов. Может, наверное, поставим кнопки. Вот, как видите, все отлично. Так что у этого смартфона есть много чего. И еще, кстати, забыл вам показать. У этого смартфона есть такая интересная функция. Так как он не водонепроницаемый, есть вот такая функция, подводная камера. То есть можно снимать под водой. И еще насчет этой кнопки, если я не ошибаюсь, это кнопка рации. Сюда, наверное, или надо скачать. Я здесь вроде бы не видел рацию. То есть скачиваем рацию, там через эту кнопку работает рация. Там есть радио, радио
работает только с наушниками. Так что вот такой смартфон интересный. Если вы хотите там, чтобы я сделал обзор какой-то, там его топил, можно сказать, там снимал на улице, как снимает фото, видео и так далее и тому подобное, пишите в комментариях, ставим лайки, подписываемся. Всем пока!